30 марта в первом матче четвертьфинала чемпионата страны Ростов-Дон без труда справился в гостях со Ставрополем СКФУ. Определился и наш потенциальный соперник – Астраханочка. 3 апреля – ответные встречи 1-4. Ростов-Дон принимает гостей из Ставрополя уже во Дворце спорта, Астраханочка встречает Ижевский университет в Звездном. Ростов-Дон начал встречу легко и быстро. Сейвы Анны Седокиной, голы Анны Паулы Родригес, Сиробы Дембеле и Анны Вяхеревой. Защита гостей хромала. В первой половине тайма Виталий Волынченко поменял на площадке 3 вратаря, а его команда распечатала наши ворота лишь на 5-й минуте. Потеря снова у Ставрополья, и наши девчонки будут в атаке. Я думаю, что это было и за прошлую атаку, когда она жестко играла с Сушей Макеевой. Я думаю, судьи все-таки посмотрели, да. Потери мяча, ошибки в защите и обороне. Ростов-Дон наигрывал связки и комбинации. Ведь уже 7 апреля донские красавицы встретятся с венгерским Ференцварошем в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я считаю, хорошее было начало. Потом у нас на 15-й минуте произошла полностью замена, можно сказать, основного состава не на основной. Поэтому как бы команда готовится к Ференцварошу, наигрывает защиту, нападение. Поэтому такая игра как бы неровная, можно так сказать. На 18-й минуте Ростов-Дон порадовал болельщиков. На площадку вышла Регина Калиниченко. Разыгрывающая забросила 6 мячей и стала лучшим игроком этого матча в нашей команде. Ну, качество у тебя отличное. Еще работаю, конечно, в плане физических нагрузок для руки, чтобы она восстановилась полностью. А так уже хорошо. Безумно ждала, тренировалась для того, чтобы выйти сейчас. Конечно, соскучилась. И то, что сейчас произошло, это спасибо, конечно, тренеру по физподготовке Жене Тимирбатову и, соответственно, нашим всем тренерам. Мы, в принципе, ставили свои определенные задачи, чтобы просмотреть всех игроков. Посмотреть на защиту, как при 5-1, как при 6-0. Команда настраивается и за победу с Ференцварошем. То есть все мысли у нас там, вся работа у нас там. В полуфинале чемпионата России Ростов-Дон встретится с Астраханочкой, которая во втором матче с крупным счетом обыграла Ижевский университет в Звездном.